Мы проводим открытый урок в детской музыкальной школе имени Льва Николаевича Власенко. Живем и работаем в трудное время пандемии. Сейчас начало учебного года. Ученики только начинают трудиться, сентябрь месяц. Я показываю двух учащихся, начинающую с нуля первоклассницу Маслову Полину, 7 лет, и заканчивающую выпускницу Федорову Софию, 14 лет. С первоклассницей мы занимаемся организацией игровых движений, гимнастикой пальцев, упражнениями, знакомимся с клавиатурой, нотами, читаем ноты в тексте, по карточкам, на руке. Затем показываем несколько начальных пьес, слушаем тянущийся звук. Со старшей девочкой мы взяли достаточно сложное произведение, этюд номер 9, опус 10 Фредерика Шопена. Оно находится в начальной стадии изучения. Мы работаем над интонацией, артикуляцией, динамикой, трудностями в левой руке, проходим места с полиритмией, пытаемся собрать исполнение в целое. Еще у нас в программе соната номер 9, часть первая Бетховена, этюд Карла Черни, опус 740, номер 17, прелюдия фуга Иоганна Себастьяна Баха из хорошо темперированного клавира, второй том, фа диез минор, маленький забытый вальс Листа. В связи с коронавирусом в конце прошлого года не было публичных выступлений. Это очень тормозит развитие и продвижение детей. Но мы надеемся на улучшение ситуации и постараемся поучаствовать в конкурсах и концертах. Еще представляем запись публичного выступления учащегося 5 класса Крючкова Миши, Феликс Мендельсон, фантазия номер 2, опус 16. И ученицы 8 класса Кузнецовой Марии, Клод Дебюсси, арабеска. Эти дети стали лауреатами международных конкурсов.